Здоров, бандиты! Вы на канале Валентина Боровик, и сегодня пришло время рассказать, почему же я отсутствовал год и ничего не выходил. Из-за меня. Ну, первая причина — это появление собаки. Это ты сказал после того, как я вылезла в охрану. Первая причина — появление собаки. А во-вторых, появление женщины в квартире. Этот видос будет очень насыщенным, так как я встретился с Кузьмой, объездил всю Америку и показал вам любимую девушку, которая будет также в этом видео. Поэтому всем приятного аппетита, приятного просмотра и погнали смотреть. А кстати, забыл сказать. В этом видео еще будет и концерт 6ix9ine в Майами, поэтому погнали! А вот теперь, наверное, одна из самых моих любимых остановочек. Заправка. И знаете, почему она самая клевая? Во-первых, тут есть место, где погулять Реймону. А во-вторых, если приблизить... Тихо, не тяни меня. Вот туда вы увидите диспансер, где я приобрел данный джойнт. И самое крутое то, что на заправке, на одной заправке, есть и алкоголь, так и трава. И причем очень круто все оформлено. Какие-то ноточки искусства там есть. И из-за этого ты прям заходишь и чувствуешь эту атмосферу 420. Даже туалет они сделали 420. Безумно круто. Вообще, респект, ребята, за такие магазинчики. И знаете, в чем еще самый прикол? В том, что это находится 200 миль от Денвера. А в Денвере налоги... Ебанут, какие высокие. В общем, здесь мне джойнт обошелся в 7. В Денвере он мне обойдется в 14. Поэтому, ребятки, мотайте себе на ус, где покупать движ. Подальше от больших городов. Смотрите, где оно продается. Потому что часто бывает так, что нарисовано, что там продается, а ты приезжаешь, а там нихера нету. Посмотри, ну конечно, да? Смотри, какая ебанутая. Опа. Это президентская трава, мон. Понюхай ее, понюхай. Пиздец, нахуй, блядь. Понюхай баночку. Don't talk about it, be about it, boy, you live life like a fool. If that bully's picking on you, pack it, he bring it to school. On the streets, we pack that tool, weed taste so good, I true. All this fire under my seat, but we out here living cool. OG to the tip top, once I'm a hip will make you hop and lip. Holding your boot ass in motion, about to kill it, I'm for real, yeah, overdosing. My brain crisp, toasted, only blue bills, who you roasting? You stay choking, see me, whoa. Fake ass rappers got no door, with they mom still live at home. Girl, see popping off like you don't know, whoa, whoa. You ain't lame, dog, you just a broke hoe. Ski-ski, stupid. Мы находимся на границе с Нью-Мексико. Буквально через дорогу уже сама Мексика. А мы вот пометили, наверное, крайнюю точку Америки. Тут очень красиво, и не скажу, что Мексика рядом. И если вы видели бы, я вставлю, наверное, скриншот, вот там вот последний поворот из Америки. То есть поворот вот сюда, ты еще в Америке. Продолжаешь ехать вот так вот прямо, ты попадаешь сразу на границу с Мексикой, где тебя будет с ног до головы шмонать. А нас с Реймоном не нужно шмонать. Мы пришли только поссать, пометить территорию. Эй, let's go, let's go. И отснять видос. Здесь же нереально круто. Ну, по крайней мере, здесь пальмы. Здесь не такой уж и раздолбанный асфальт. Здесь есть газон, здесь можно гулять. Те, кто часто пересекает границу с Мексикой, у них есть на номерах вот такой вот значок. Конечно же, здесь есть посторонний мусор, который принесло ветром.
Но несмотря на это, здесь чисто и аккуратно. Хотя Мексика вот, на ладони, вот она прям здесь. Полицейские, секьюрити проезжают, мне кажется, каждый час границу и чекают, есть ли кто на границе, есть ли кто пробегающий, убегающий. Stupid! I'm in Miami, Florida. And I'ma always respect this state, you hear me? There's only one king of New York and that's fucking me, nigga. There's only one fucking king of New York and that's me, nigga. Gang, gang, look. Three guys in the chain, gang, gang. Finna go say, let it bang, bang, bang. I'ma up the shop and get out my way. Get out my way, I'm coming through. Miami. Are you ready? Yeah. Miami. Before I play this song though, I want you to know the crowd is mixed with a lot of people that love me and I appreciate you guys, you hear me? But the crowd is also mixed with a lot of people who hate me and I appreciate you guys, you hear me? Because of all of you, I get to feed my mother that's right over there. I get to feed my family. I get to feed the people that I care about. Listen, probably a lot of you right now that probably got $15 in your pocket, $20 in your pocket, and that's all that you got to your name. 3-4 years ago, I didn't have shit in my pocket. You hear me? So, because of you, I get to feed my fucking family. So I'm forever grateful. Miami, make some noise! We be like, вот здесь находится главный хайвей, по которому, если вы будете передвигаться прямо, то вы попадете в самый даунтаун Феникса, Аризона. Это буквально 8 миль отсюда. Посмотрите, как здесь грязно. Это заправка, нормальная заправка, с хорошими еще отзывами. Вот лесанина. Пакеты с мусором. Как вам такая Америка? Ступи! Кица любит гриться, гриць на конику вертиться. Козак любит молодицю, а хуй лавер, чи він на хую? Здесь пустое место, которое еще никто не выкупил, хотя это центр города, ребят. И вы просто посмотрите, какие стены. Они ничем не отличаются с тем, которые у нас в Украине, нет? Разрисованные, все какие-то облезшие. Ничего красивого, крутого. А это даунтаун Лас-Вегаса. Также все строится, строится и строится, ребят. Construction в Америке не прекращается. И опять же, смотрите, пустая территория, а хотя уже вот, если можно посмотреть,
поближе, то походу кто-то уже выкупил и что-то там будет строиться. Наверное, еще один огромный отель. Стадион настолько огромный, что мне пришлось отдалять на максимум на 0.5. Только в таком случае он влазит в камеру. Если нажать на обычный режим единичка, это выглядит вот так, а если двойка, то вот так. Безумно красивая архитектура. Все застекленное. Светится, просвечивается точнее. Это, наверное, уже 7-й раз, когда я в Лас-Вегасе. Для меня Лас-Вегас свой город. Я себя чувствую как дома. Я могу идти, кайфовать, могу присесть, могу делать, что хочу. И в этом весь кайф. Лас-Вегас настолько открытый для всех людей, что если ты просто ебанутый человек, просто сумасшедший, ты можешь приехать сюда, и ты найдешь своих. Вот в этом весь Вегас, понимаете? Вот у нас идет закат солнца уже. Потихонечку начинает садиться солнце. Красота такая. Воздух замечательный. Кстати, здесь намного легче дышать, чем в Майами. В Майами слишком жесткая влажность. Странная. Охарактеризовал влажность, но не суть, вы поняли. Там невозможно идти. Ты выходишь, и ты сразу потный. Ненавижу потеть. Блин, поэтому Майами вот это большой, огромный минус. Здесь, в Лас-Вегасе, более сухо, и идти кайфово. Ну, вот я иду и прям кайфую, знаешь. Легкий-легкий ветерок, я надеюсь, вам не задувает в микрофоны. Українцем бути модно, ні, це про честь і гордість. Курва, зроби проще морду, морків покладемо торбу. Падло, не мути тут воду, братя козацького роду. Чорні як хмари, ми робим погоду. Дісті як льоду, речі колоду. Ти попав у болото, а хотів на свободу. Братик пригнав з Польщі, але не шкоду. Пускаємо по колу паняк, ха, робимо шкоду. Вираєш там щось про треп, ха, ганяючи в доту. Але є одна проблема, тобі завтра у школу. Motherfuckers like the buns, but I'm lonely. Get the diamonds, ask for the good, I'm asking fully. All the photo tees, I never bought it for the flop. Вот тут уже минут 5 стою и только обратил внимание вот на это здание. Если можно это так назвать. Что это вообще такое? Это construction или это после взрыва? Или это такой дизайн? А вот так выглядит лас-вегасский Макдональдс. В том же аминоглах. Америка. Внутри, кстати, не так плохо. У нас в Майами даже и таких нету. Круто. Так выглядит мой заказ. Ice Caramel Latte Large. Мне в первый раз дают вот именно в такой, в таком виде. Оно прям огромное. Huge прям. У меня заказ номер один. И я еще заказал Quarter Pound. Все обошлось мне, кстати, в 7 баксов. Такая вот хавка. Ну как-то пацаны на отъебись они делают. Честно, смотрите, котлеты просто разваливаются. Они забрали чек. Ну, в общем, 7.60 вроде бы. Будем пробовать. Сорян, что я чавкаю, но это самый сухой сэндвич, который я когда-то ел. Его же даже трудно жевать, пережевывать, потому что слишком сухой. Тебе приходится выделять слюну, чтобы хоть как-то это было съедобно. Кстати, все ходят в масках на улице, в одетых масках. Все. Даже бомжи, блядь. Я один, кто ходит так. Ну, я особенный, типа. Привет, здрасте. Ступи! Ну, расскажи, что мы делаем? Почему мы здесь? Мы приехали не в то место. А куда мы должны были? Да чистая она! Расскажи. Мы должны были приехать в аэропорт, а мы приехали на мойку нашей Ламборгини. Ее до сих пор не помыли. Что за хуйня? Стоим, ждем из-за этого здесь.
Нет, Анна, на расскажи деле, всю на историю На самом деле мы сначала. Сняли машину в аэропорту или в аэропорте, как там, исправьте. А адрес не тот оказался. Нет, расскажи историю с самого начала. Изначально, когда мы заказали Uber, мы спустились вниз, и мы уже были, приближались к машине, я уже до нее дотрагивался, чувак взял, нажал газ в пол и уебал. И просто сделал cancel. И мы не сели в Uber, вы понимаете? Мы заказали второй раз. И что вы думаете, приехал тот же самый чувак, который уебал до этого? И я ему начал говорить, ты чё, what the fuck? И он короче, такой, он начал активно сраться. И нас выгнали из машины. Да, мы сами вышли. Да, мы сами вышли. Ну вот, а приехали сюда не по этому адресу. Оказывается, есть разница в авеню и в стрит. Понимаете, блядь, это, сука, не одно и то же. Может быть, здесь такой же адрес авеню, и, сука, через 20 минут езды тоже будет... А, тоже такой же адрес, только будет стрит. Вот так вот, блядь. Планировщики Майами, блядь, вы, пацаны, вы те еще. Короче, да. В итоге мы стоим и ждем... А вот наше... Пока приедет за нами такси. Она приехала. Короче, попытка номер... Раз, два, три. Четвертая попытка. Нет, почему четвертая? Первая машина уехала, а вторая машина... Мы решили в нее не садиться. Это тот же самый чувак был? Тот же самый чувак, да. Третий раз мы не туда приехали, и четвертый раз мы все-таки доедем до места назначения. I'ma tell you one plain thing, Benza make you dance, but you go get it, because I feel ain't a pro. He be cold, like the motherfucking pro. Я квинтов, I don't know what happened, but if you don't get me, who's you? Where the hell you go? Ну все, наконец-то мы доехали за машиной. Вот такая красоточка. Молодой человек, подвезете, пожалуйста? Да. Бесплатно? Только сегодня. Бесплатно? А мы обсудим это дальнейшее. Да что вы говорите? Что, родное все здесь? Ну, почти, да. Похожа машина на твою другую? Ну, да, конечно. Но у меня вроде бы не красная, у меня синяя была. Ну все, мы наконец-то сняли машину. Валя. Мы готовы. Выезжаем. В общем, история такая. Я себе хотела сама брать Мерс купе красного цвета. В итоге сейчас у нас Мустанг купе красного цвета. Я думаю, что это знак от вселенной, что я иду правильно. А не то, что Валя это выбирала. В общем, да, проверяю себя в купе, я себя чувствую очень классно. Правда, здесь очень много, конечно, места спереди, мне кажется. Много места? Очень много места. Ты можешь подвинуть ближе. Куда еще ближе? Ты можешь опустить ниже, у тебя сидушка выскакивает. Мило удивляется новая функция от Мустанга. Но это не только от Мустанга. Это появилось первое. Чтоб сильно ваш выхлоп не пердел, как говорит Мила. Да, это отвратительно. Это не отвратительно, это мелодия для души. Это реально мелодия души. Я всегда считала, что это конченые люди, которые хуйню занимаются. Нихуя себе, теперь с этим конченым ты живешь. В общем, специально для таких людей. Это жизнь непредсказуемая штука. Спикеры имитируют звук мотора и выхлопа. То есть после того, как вы нажимаете на газ, сразу издается звук прямо со спикеров. И вам кажется, что у вас мотор мощный и крутой звук, а на самом деле это просто музыка. Короче, иными словами, вы просто нажимаете на педаль в пол, и звук вот этого пердежа стрёмного идет со спикеров. И все. Будто бы а-ля, вот вы те тот самый... Вот мой чувак. Он снимает. Ну, мои ощущения, если я расскажу ваши ощущения мои. Ощущения. Меня укачивает в этой машине. Она реально визуально очень красивая.
пипец ее трясет. Визуально она очень красивая, купе мне прям очень понравилось. Но внутри она очень жесткая. То есть когда Валя еле-еле нажимает. Сама машина жесткая внутри. Ну, хотя внутри она тоже. Она ощущена. Мы просто вообще по ямам едем, у нас даже в Одессе. Ну ладно, мы по ямам едем. Но тем не менее, когда нажимается тормоз, еле-еле машина сразу останавливается. Не знаю. Плохо это или хорошо, но мне нравится, как у тебя она была. Мне плохо это, когда ты нажимаешь на тормоз, и ты не останавливаешься. Вот это плохо. У меня, кстати, у мамы когда отказали тормоза на машине. Тихо, давай не будем. Нет, ну действительно была такая история. Слышишь этот звук? Это смешно. Молодой человек решил взяться за свой стиль. Я? Я решила взяться за его стиль. Решила помочь с моим стилем. Дополнить мой стиль, я бы сказала. Да, и смотрите, как прикольный сережка. Смотрите, мне нравится. Я считаю секси. Скоро до париков дойдем. Что ты рассказываешь об интимной жизни? Да все. Блин, сколько лет ты не надевал сережку? 7 класса. И у него до сих пор проколота дырка. Это очень интересно, потому что я, если не поношу сережки несколько месяцев, я уже не могу воткнуть. Блин, ну мне нравится. Заклюбить молодицю, а хуй лавер, чи він на хую?